Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодня на канале токарка. Вот такая половиночка полена гледичи. Попробуем сейчас из нее выточить какую-нибудь чашку. Планшайбу буду с этой стороны крепить, чтобы она тут не болталась. Попробуем вот электрорубаночком здесь площадочку выровнять. Я думаю, достаточно. Теперь только равномерно разместить эту планшайбу по заготовке. И можно начинать работать. Максимальный размер заготовки 290 миллиметров, но это близко, очень близко к максималке, которую можно установить на этот станок. И здесь это 340 миллиметров. Да, есть небольшой дисбаланс. Ну, чтобы тут вибрация сильно на резец не отдавалась, буду использовать самый, пожалуй, мощный мой резец для чаш. Это Штубай, диаметр 16 миллиметров. Резец заправлен, и можно начинать работать. При 470 оборотов вибрация минимальна.
В общем, сейчас снизу надо теперь крепление для патрона сделать. И можно переворачивать заготовочку. После шлифовки, вот, наружной части. Смотрите, как выглядит. Давайте, наверное, сразу подчеркнем текстурку маслом. Масло Мардьянов для столешниц. Ссылка на масло под видеороликом. Промокод на скидку 10% найдете там же. Масло нужно держать на изделии где-то полчаса, плюс-минус 5 минут. Маслица тут впитается должным образом. И можно будет убрать излишки. Ну а потом уже продолжим работу с внутренней стороны. Многие боятся мазать вот эту посадку под патрон. Ну, не знаю, если убрать тут маслица насухо, то деревяшка с патрона не слетает. Зато потом уже не надо сюда возвращаться второй раз. Резец еще не подсел, поэтому поправлять пока его не буду. Может быть, потом, в конце, когда нужна будет более чистая обработка. Пожалуй, оборотики можно добавить. 860. Да, здесь аккуратненько надо. Помним, что мы тут местами же просто воздух точим. Thank you.
Ну, тут, думаю, все понятно. Сейчас видео немножко остановим. Вернемся к видеоролику уже во время шлифовки. Ну, в общем, смотрите. Максимально, что мог добиться резцом. Вот здесь на краях видны небольшие полосочки от резца. Ну, просто уже деревяшка здесь дребезжит. Да. Резцом я тут уже выровнять сильно не могу. Буду вышлифовывать. Ну, у меня наждачка хорошая, вот наждачка. Это Smirdex Греция. 80-е зерно. Плюс у меня мягкие шлифовальные тарелки. Я думаю, все у меня тут получится. Будет немного шумно, поэтому звук чуть прикручу. Некоторые моменты надо не на ходу, а на месте сделать. Ну и так далее, и тому подобное. Ну и на финальном этапе шлифовать буду вручную вдоль волокон. Наждачка 240-я. А тут много шлифовать не надо. Следующий этап — масло. Масло я вам уже показывал. Да, мне тут пишут часто. Блин, хотя бы под станок что-то подстелил. Весь заляпаешь. Да нет, тут смотрите. Тут же вокруг опилки. Ну, опилки чуть заляпаются. А если вот станина, вот эта фрезерованная часть, немножко капнет на нее тряпочкой, потом в конце вытираю и... Потом подручник, когда здесь ходит, он не пищит, ну то есть не скрипит. Да, также оставляю сейчас маслица на полчаса. И когда все располирую, вытру насухо, покажу результат. В общем, ребятки, смотрите, что получилось после протирочки масла. Вот так она изнутри смотрится. Вот так снизу. Вот так сбоку. Такая ладья получилась. На этом, пожалуй, видео буду заканчивать. Всем, кому понравилось, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь. Всем пока!